Всем привет! Мы уже начали снимать для вас рецепты к Новому году. Наверное, у каждого на новогоднем столе есть разные нарезки. Мясные, овощные, сырные и так далее. Ничего не имею против, нарезки это всегда вкусно и просто. Но даже самую обычную нарезку можно подать красиво. Сегодня покажу, как сделать праздничный новогодний веночек из сырной нарезки. Нам понадобится 4 разных по виду сыра. Главное, чтобы сыры отличались внешне. Черные оливки и зеленый виноград и свежий розмарин. Или можно взять зеленые оливки и темный виноград. Главное, чтобы они были разные. Теперь берем наш первый сыр и нарезаем его небольшими кубиками. Нужно постараться, чтобы кусочки все были одинакового размера. Ну или примерно одинакового. Это поможет красиво выглядеть им на тарелке. Резать нужно кубиками, такими, чтобы вам было удобно их брать вилкой или шпажкой. Теперь берем наш второй сыр и стараемся нарезать его точно такими же кусочками. Здесь важно, чтобы сыры отличались по внешнему виду. Посмотрите, у меня один сыр российский, он светлый, второй сыр с пряностями, и он мало того, что с зеленой обсыпкой, он еще сам по себе чуть-чуть желтее. На тарелочке это будет смотреться очень красиво. Кстати, вот этот зеленый сыр мы брали во Вкусвилле, и он невероятно вкусный. Очень советую вам его тоже купить. Третий сыр у меня был что-то типа камамбера или бри. Назывался как-то иначе, тоже брала во Вкусвилле. Его можно нарезать вот на такие вот треугольнички. Вообще, это мой самый любимый сыр. Я его просто обожаю и могу одна съесть целую упаковку, особенно с медом. Четвертый сыр у нас был моцарелла. Я взяла моцареллу мини, это вот такие вот маленькие шарики, их даже не нужно было резать, нужно просто слить жидкость и выложить кусочки моцареллы на тарелку. Вам не обязательно покупать точно такие же сыры, как у меня, главное, чтобы они просто были разные. Возьмите те, которые вам больше всего нравятся. Теперь берем самую обычную круглую тарелку или блюдо и выкладываем сыры по очереди, создавая вот такой вот веночек. Обязательно оставляйте в середине место для меда. В комментариях к рецепту многие писали, что никогда не пробовали есть сыр с медом, но вообще-то это классика и так уже давно делают, и в ресторанах всегда подают сыр с медом или даже с вареньем. То есть абсолютно ничего необычного в такой подаче сыра нет. Просто, наверное, многие так не пробовали. И очень зря. Посмотрите, у нас уже получился веночек, и теперь нужно его украсить. Для этого берем свежий розмарин и раскладываем вот так вот, рисуя контур нашему веночку. Чтобы розмарин не падал с тарелки, его можно слегка придавить кусочками сыра. Чем больше будет розмарина, тем наряднее получится венок. И, кстати, розмарин придает невероятный какой-то рождественский аромат этому блюду. Теперь берем виноград и наши оливки и раскладываем их сверху на сыр. Они, получается, играют роль таких новогодних шаров, как будто бы венок украсили елочными игрушками. И теперь в серединку ставим небольшую чашечку с медом или вареньем. Посмотрите, какая красота у нас получилась.